Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем играть в Demon's Souls, я в нее не играл где-то, наверное, недели, даже чуть больше. Вот, офигеть, как я от нее отвык. Давайте вспоминать, чем мы сейчас тут занимаемся. Мы в прошлый раз достаточно сильно огребли от флеймлуркера, и я решил, что я ему погрозил кулачком, утер сопли и сказал, что вернусь позже, короче говоря. Ну, то есть я могу его убить и на этом уровне, это, в принципе, вполне осуществимо. Но зачем заморачиваться, у нас тем более столько еще локаций, на которых мы не были. Я думаю, сегодня мы посмотрим. По идее, нам можно идти, собственно, по той же локации к флеймлуркеру, через эту лаву, через всю. Но я хочу другие миры посмотреть, как там вообще можно жить или нельзя жить, или что, да как вообще, короче говоря. Охота разобраться маленько. Так, я, кстати говоря, время не засек, секундочку, что-то я сегодня какой-то неподготовленный. Все, отлично. Возможно, вам сегодня будут слышаться посторонние звуки, потому что окно открыто. У нас там сейчас гроза, возможно, будет грохотать гром. Вот. Такие дела. Просто очень жарко, я не могу с закрытым окном сейчас сидеть. Простите меня, пожалуйста. Так, это у нас мир 2. Это у нас тут, собственно, второй мир. Вот тут мы, собственно, и были. И тут мы огребли от флеймлуркера. В третьем мире у нас тоже пока не очень хорошо. Там нас ломают горгульи. Так, еще осталось два мира. Blight Town я вообще не хочу, но, в принципе, я думаю, сходим. Но сначала мы сходим 4-1, Shrine of Storms. Так, ну давайте посмотрим. Говорят, что это самая сложная локация. Ну, то есть, Blight Town все-таки сложнее. Ну, тут он Plague Town. Ну, блин, я что-то название путаю. Ну, короче говоря, вот. Это две самых сложных локации. Тут самые сложные враги, а там самое сложное окружение. То есть постоянно отравляет то, что куда ты наступаешь там. А здесь скелеты. Скелеты здесь, говорят, натурально очень и очень сложные. Ой, тихо, там что-то уже, что-то уже есть. Ты кто такой? Какой-то натуральный скелетон, да? О, достаточно. Да, в принципе, нормально. Нормально. Жить можно. Блин, насколько медленно этот полуторный? Ну, в принципе, ладно, я просто отвык от него. Я все не могу отвыкнуть от катаны, с которой я дрался в предыдущей серии. Кстати говоря, я буду ходить в телесной форме, раз мне сказали, что от темной тенденции не будет такого, что там прям что-то закроется. Более того, на темной тенденции что-то свое открывается. Так, это сейчас вы слышите гром, если что. И тут гром, главное. И дома гром. Короче говоря, если я буду живой, то я и в живой форме буду бегать. Потому что так мы будем нарываться на фантомов, а это же тоже по-своему интересно. Добрый вечер. Так, все сразу, что ли? С одного удара? Отлично. Значит, тут можно жить, значит, тут мы останемся. Так, опасайся падения спереди. Там какой-то ништячок лежит. Хорошо. Давайте помаленьку, потихоньку. Так, подожди, что-то опасно. Два сразу я не хочу. В принципе, я справлюсь, но риск, он, как говорится... Ну его нафиг. Ах ты скотина, а? Так, а второй сагрился потихоньку, да? Давай. Или не хочет. А, блин, не дали. Да я их вообще выношу просто. Блин, а душ-то за них дают, офигеть. Вот тут качаться и нужно. Мне кто-то говорил, что в 4-1 нужно качаться. Но я как-то... Ах, скотина. Да, хватит уже. Да, но меч просто, конечно, выдыхается, персонаж. Блин, у меня вообще нет никакой травы. Это печально. Только у меня осталось вот эти вот две. Full Moon Grass. Блин, где же мне взять? Надо будет между этой серией и следующей. Не знаю, может мне ее купить. Где она там продавалась, трава? В Нексусе, по-моему. Что-то вообще не помню. Но придется использовать, что? Что ж поделаешь пока? Пробираемся. Но вообще, блин, с них хорошо души дают. Надо будет
Эу, откуда? Твою мать. Что-то я не заметил их совсем. Нет, мне сейчас по-любому придется сходить, еще убить врагов штук 5. Да сходить понапокупать себе травы, короче говоря. Что-то я заговариваюсь, не понапокупа-па-па-па-па какой-то идет. Так, а туда, да хватит меня стрелять. Туда я не могу пробраться. Ну давайте зайдем, я не думаю, что тут босс прям в самом начале будет. Ой, там босс, смотри. Она папа ка-ка-ка-ка. Блин, я так давно не сговаривался. Что-то натурально сегодня с языком. Сегодня день был сложный. Так, подожди, это что это такое там? Что-то светится прям. Опасайся пола спереди. А, ну это ловушка, видимо, да? Ну да. Прям Zen's Fortress какой-то. Так, хорошо, допустим. Нет, мне по-любому нужно сейчас сходить назад за травой. Так, сначала я схожу наверх туда. Отомстю этим стрелкам. Ну, давай, давай. Иди сюда. Ну. А, блин, не то сделал. Да, хорошо, ну что ж ты делаешь-то, урод? Блин, не такие уж и простые. И лечиться жалко, блин. Они мне тактикой напоминают колесо из Dark Souls. Ой, блин. Что-то я отвык маленько от всего этого. То есть тоже, они сначала всю стамину выносят своими ударами. Блин, ты посмотри, сколько за них душ дает. Это ж хорошо. До свидания. Ой, ты живой еще? Смотри, что делает. Кувыркается-то как. Так, ладно, у нас 2400. Я думаю, в Нексусе мы сейчас... Почем там одна травинка была? Снайперская позиция. Это против тебя, что ли? Ну-ка попробуем. У-у-у, нравится? Так, мы тебя сейчас быстро заколупаем так. Ну как быстро? То есть, не сказать, что прям уже быстро. Но стрел у меня хватит. Только это неинтересно, конечно же, верно? Что тут все в кровоподтеках? Тихо, это что такое? Ох, нифига. Офигеть. Это же скаты. И что они делают? Они опасны? Наверняка опасны. У меня даже наводится на него. Только попасть-то еще проблема. Ну ладно, пока что они вроде мне особой опасности не представляют, поэтому хрен бы с ними, как говорится. Так, тут у нас очередная кнопочка почему-то прям светится. Зачем они это сделали? Зачем кнопки светятся? Смотри-ка, опасно. Так, ключ, какой-то ключ взяли. Давайте-ка, ребята, мы вернемся маленько назад сейчас. Сходим, собственно... Сходим, собственно, в Nexus, докупим там травы, потому что без травы что-то вообще туго как-то. Не хотелось бы. Ну, тут еще один проход был. Сейчас мы его посмотрим, конечно, сначала. Так, а сюда что у нас? Сюда у нас ничего. Стрелок какой-то. Ну, ладно, это пока что мы оставляем. Но вообще вот... Ой-ой-ой, не падай. Вот на этой локации можно жить. На ней, в принципе, я выживаю. Используя огонь на следующем враге, да. Ох ты, нифига, с двумя катанами. А я буду в состоянии его убить вообще, нет? О, ты посмотри, какой он. Так, дружок, что-то мне это все не нравится. Ну,
конечно, и не таких ломали, но я чувствую, ты с одного удара меня сейчас сдуешь, да, Сичо? Мне просто нужны души, поэтому я с тобой ввязался в бой. Эйте! Смотри, какой спокойный. Как удав. Ох, нифига у него замах. И сколько он выносливости снижает. Обалдеть просто. Да что ты творишь-то, урод? Тихо, дружок, тихо. О, ты посмотри, что творит. Фу, 1200 за него, неплохо. И Блейдстоун дали две штуки. Хорошо. Ты один тут такой, я надеюсь. Достаточно серьезный противник был. Ладно. Ну, в принципе, все решаемо, короче говоря. Фальчон? Нет, фальчон мне не нужен. Я более тяжелым оружием пользуюсь. Так, и что, все тут? Что-то еще может быть. Подожди, он там что-то светится, по-моему, нет? Ух, так, ладно. Сейчас куда-нибудь придем, ребята, не волнуйтесь. Огонь. Так, ну все, короче говоря, пойдемте назад. Я не помню, в этой части есть какой-то предмет для возвращения прямиком в Нексус. По-моему, кольцо мы получили. Блин, какая красивая локация, да? То есть вот эти вот все дымка, вот эта вся пыль летающая. Это очень круто сделано. Развивающиеся на ветру знамена. Обожаю, блин, разработчиков этой игры. Так, ну ладно. Мы достаточно близко ко входу, поэтому никакие предметы искать не будем. Но у нас кольцо, по-моему, есть, которое прямиком в Nexus возвращает. Сейчас мы пойдем сюда. Так, а если прямо у него не продается? Кстати, мне сказали, что расческу нужно отдать этому, как его там, складскому, короче говоря, завхозу нашему местному. Интересно, как ее отдать ему. Hello again. I'm keeping... Так, это взять. А где она у меня, кстати говоря? Она уже, по-моему, к нему сложена. Нет. Так, а может ее просто выложить перед ним? Ну-ка, вот так положил, и чё? To... Нет, ничего не произошло. Так, давай еще раз. Hello again. I'm keeping... when the skirt, when I keep... Рассказывай свою историю. Так, давайте свою расческу возьмем обратно. Закроем все это. Теперь зайдем сюда. И... Ой, нет, не сюда. И как-то ее выложим, что ли, перед ним. Дроп. И чё? Hello again. I'm keeping... Да не хочет он ни в какую брать. Хрен поймешь. А, вот, смотри. Это же принадлежало моей дочери. Так она не выбралась. Моя маленькая девочка. Пусть покоится в мире. Могу попросить об услуге? Ты не мог бы мне отдать это? Это как память о моей дочери. Конечно, держи. Ты святой. Спасибо. Большое спасибо. О, чуть не забыл. Немного, но прими, пожалуйста, как благодарность. В один день, говорит, нашел он дороги. Как бы там ни было, несмотря на то, что наполнено странной энергией, говорит, ты возьми, тебе оно больше пригодится. Кольцо силы Геркулеса. Ой, нет, 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 все, я пошел. Так, что за кольцо он нам дал? Кольцо хорошее, судя по всему. Так, Клингринг это... Так, где оно?
А, это понятно. Это, короче, увеличивает переносимый вес. Ну, я думаю, это нам сейчас пригодится. Ну-ка, как я стал кувыркаться? О, практически нормально. В общем, ты нормально и стал кувыркаться. Так, теперь, друже, продай мне, пожалуйста, травинки. Я не помню, они есть у тебя вообще? Да, есть. Самые слабенькие, в принципе, мне сейчас подойдут. О, так, на все деньги, на все деньги. 24 штуки, нормально. Так, на починку не хватит, я так понимаю. Ну, только если вот этой фигни всякой. Нормально. You come back alive. I need your business. Шо? Так, теперь надо было, конечно, выложить все. Давайте сразу выложим всю шнягу, которая у меня лежит в What was сумке, that? чтобы в случае чего перегруза не было. Так, для этого нам нужно. Тут пока что все пускай лежит. Вот это вот две мы выложим. Ключики оставим. Фальчион выложим. Дубину выложим. Этот талисман. Выложим. Я не помню, нафиг он нужен. Так, тут тоже все нормально. И тут тоже помаленьку весит. Все хорошо. You have a heart of gold. Don't let them take it. И по новому пошли туда же. Меня все просят тебя убить. Но я не буду тебя убивать. У поп-копа тоже есть принципы. Странный, конечно, но есть. Так. В принципе, я с ними нормально справляюсь. Единственное, у меня аптечек не было. Вот что было печально. А в остальном же жить тут вполне можно. Жить и выживать. Так, эту фигню мы сейчас unequip. Вот это поставим. Так, все, погнали. Я пошел. Дабстеп тебе не вышел. Ну да ладно. Что за остатки души, кстати говоря? А вон тот наверху, смотри, как я его раньше не замечал. С него неплохо дают так. Спокойно, братюнь. Что-то у меня не выходит с ними драться особо. Больно уж изворотливы какие-то. Напоминает одновременно, как я и говорил, колесо вот это вот из Дарка. И при этом еще... Короче, неприятные противники. Да вы хорош, блин. Сколько вас? Да харе, ну. Офигеть, вы что творите, народ? О, слишком, слишком много. Слишком много всего. О, так. Да, дружок, ну что ж ты, твою мать. Я уже весь выдохся. Так, валим. Валим за угол. Офигеть. Ой, блин. Так, все. Ну, вы видели, что происходило, да? Так, ладно, допустим. Сейчас кто-то мне ответит за это. Давай. Ой, там еще один идет. Придурок. Ой, я обожаю, когда они так делают. Так, ладно, пока что более-менее нормально. Конечно, нас чуть не положили, но, блин, это все-таки такая игра, тут нельзя расслабляться. А так, в целом, живы, спокойно, все нормально. Так, к тому я не особо хочу идти. Это тот босс, который был в обучении. Надо сказать, что он тогда нас убивал с одного удара. Я не хочу узнавать, скольки раз он нас убьет теперь. Вообще локация прикольная. Чем-то напоминает Zen's Fortress. Так, давай пойдем сюда.
С вами мне не сильно нужно драться уже чисто ради душ. Ну, давайте сделаем это. Да, блин, ты хорош. У меня что-то бэкстеп не особо получается с ними. Так, ладно. Готовы. Блин, к этому мячу все-таки нужно привыкать. У меня настолько уже въелась в мозг та линия поведения, которая у меня была с катаной. То есть я к той скорости уже привык. Блин, он меня беспокоит, этот скат. Не выйду ли я сейчас прямиком к тому боссу? Блин, рычит как страшно. Эйце! А, скотина. Да, с ними, короче, не заскучаешь. Но мне нравится, я люблю челлендж. Но и измывательство я тоже не люблю. Если вот таких штуки три нападет, это будет печально совсем. Ой, тихо, ты откуда тут взялся? Блин, а почему наведение на тебя не работает? Да вот, чего-чего, конечно, мозгов вам явно не хватает. Да шо ж я бэкстеп-то не могу сделать? Вот подвижные твари. Ох, подвижные. Так, тут у нас стрелок этот, надо ему отомстить за то, что он по нам так хреначил. Давай, на свидание. Лук. Слушай, у меня такой же лук, по-моему, да? И легкие стрелы. По-моему, у меня точно такой же лук. А, у меня короткий лук. Нет, вот этот мне более привычен. А, но под него декс надо будет раскачать. Понятно. А, под него, по-моему, 24 нужно. А у меня сколько? А у меня... Да, у меня 10. Еще качать и качать. Ну ладно. Сейчас мы поднимем, короче, будем поднимать в основном силу, а потом еще чуть-чуть, собственно, прокачаем декс. Ну, вот где до 24. И тогда уже персонаж будет просто, ну, вообще, убиватор. Мы и так неплохо справляемся. Попрошайки опять. Кстати говоря, как там? Блин. Там никто не идет. Как там это делается-то? Я ни разу еще не принимал человеческую форму. А раз мне говорят, что ничего страшного не происходит, то давайте, почему бы нет. Посмотрим. Тогда кольцо надо будет снять, то про душевную форму, которая... И вместо него поставим вот это вот Clever Red. То есть, чтобы атаки, когда жизни мало, увеличивались. Спаркли. Ты страшный. Дай мне блестяшку. Давай торговаться. Торговаться. Ага, понял я. Это точно та же самая... О, какой гром у нас. Точно та же самая, короче говоря, которая была и в Дарке, в Азайлами. Что-то перед ней, наверное, нужно выложить. Куда именно? Сокровище. Ух ты. Отлично. Блин, из-за этого глаза. А, вот. Да, блин, пока ты приземлишься, нормально. Блин, какая живучая. Давай, руби ее. Ох, блин, как у меня персонаж выдыхается. Давай, руби. Фу, хорошо. Dark Moonstone, 3 штуки, офигенно.
Я не знаю, правда, для чего, но это явно офигенно. Так, ладно, давайте еще раз сюда пошли и попробуем кинуть перед ним что-нибудь ненужное. Возможно, нам, вернее, она нам даст в ответку что-то очень нужное. Так, ну, сейчас будем разбираться. Да я знаю, да. Так, что тебе можно дать? Ну вот, допустим, вот... Блин, я не знаю. Давайте кинем ей, скажем, вот метательные ножи, которые мне совсем не нужны. Одну штучку. А, понятно. Короче, она только этими, по-моему, что ли, торгует? Вот этими? Если я все правильно понял. Ну, давайте тогда мы... Давайте одну используем, я не знаю. Это просто такие вещи у меня, которые очень трудно найти. Поэтому я не буду их тратить лучше. Попозже узнаю, что именно ей нужно, и уже тогда приду меняться. Но она меняет, очевидно. То есть... Все понятно, короче говоря. А мы лучше пойдем вниз теперь. Блин, сколько вот в игре таких крутых мелочей, которые, собственно, и придают ей неповторимый колорит. Вот, ну, ни в одной игре же такого нет. Столько всяких разнообразных. Ага, отлично, секретик. А что пишет? Атакуй. Ну, спасибо, ладно. Значит, тут все-таки есть потаенные двери. А то я уже думал, нету, потому что сколько мы их не встречали. Первый раз, по-моему, встретили, да? Блин, вот здесь, конечно, моим мечом махать, это будет просто мучение. Да ты скотина. Офигеть, вот это засада. Вот это я понимаю, засада. Давай, дружок. Да что ж ты, к тебе не подойдешь никак. Ладно, ты сам ко мне подойдешь, да? Офигеть, они меня чуть не убили. Блин, это просто разрыв натурально был. Куда пошел? Да, ёлы-палы. Все, хана. Или нет? Я и второго зарубил, что ли? Ну, я герой. Блин. Я думал, они оба с одной стороны. Это было очень глупо забегать сюда. Не знаю точно, нет ли кого-нибудь за спиной. Блин, когда я научусь играть в эту игру? Трава, хорошо. Так, нас впереди ждет торговец. А, ну как раз ключ, который мы тут взяли. Эй, дружок. О, ты спас меня. Не могу поверить, что я сюда попал. Наверное, тебе обязан грабитель Блайдж. В обмен, говорит, я могу тебе хорошие вещи продать. От помощи ты же, говорит, здесь не откажешься. Расхититель гробниц. Вот, смотри, что он продает. Траву. Так, ну купим вот таких вот. Подождите, давайте посмотрим, что у него есть вообще. Клаудстоун. Скиметар Фульчон. Щит так себешный. Ну, в принципе, неплохие вещи, но не на мой класс. Короче говоря, вот это надо запомнить, Клаудстоун. Для чего он нужен? Ну, ладно, пока что запомню. Но сейчас на все деньги покупаем вот эту травинку. Она нам пригодится очень. This shrine was used in a ghastly ritual by an ancient. They have long perished,
And now demons. At least here you're killing things. That's what I like about this place. Better than killing those poor. Он говорит о том, что здесь раньше, говорит, какое-то странное племя проводило свои ритуалы, но сейчас, говорит, они все сгинули, и тут просто демоны. Это, говорит, мне не нравится здесь, то, что здесь нет этих бедных людей, которых приходится убивать. Так, душа героя, это хорошо. Ну что, у нас остается, похоже, дорога. А, там еще одна развилка была. Тут мы еще не были. Угу, ловушка очередная. Атакуй. Ну, я уже атаковал, ладно. Так, ловушка. И вон там вроде на стене у нас дырка, да? Дротики откуда полетят. Так, ну ладно. Вроде нормально все. Шо? Я все правильно понял, где я нахожусь? Хорошо. Тихо, это что такое? Блин, что-то мне не нравятся эти. Ага, не зря не нравится. Так, ну с тобой что-то нужно решить уже. Блин, еще эти... Ай-яй-яй-яй-яй. Как они мешают, а? Именно в тот момент, когда начинаешь атаковать, и они вылезают. Вон летит. Ах, она еще самонаводящаяся, что ли? Да, придется попотеть. Я даже не представляю, что стоит делать в таком окружении. Да, блин. Но так будет слишком долго. Но так я его точно убью. Давай, нравится? Да, блин, я оживил, что она летит. Так, короче говоря. Сейчас мы с ним справимся, не волнуйтесь. Или умрем. Одну из двух. Как бы проблем никаких. Блин, вот тут, конечно, скорость не помешала бы. Да, блин, со всех сторон. Иди сюда, тварь. Куда она убежала-то? Почуяла, похоже, чем пахнет, да? А он летит. Да где ты? Давай. Давай, друг. Блин, и сразу это летит штука. Они как будто сговорились. Хрен попадешь еще. Так, ладно, вроде все. Теперь можно тобой заняться. Хорошо, блин, как быстро эта травинка кончается. Она какая-то слишком уж слабая. Давай. Еще бы не застревал. Блин, самое неудобное место для драки с ним. Два подхода узеньких. Это не то, что нужно. Так, раз. Два. Спокойно, спокойно. Что-то ты психованный какой-то. Я все-таки думаю, что мне как-то нужно лучше туда выбежать, наверное. Давай, помаши.
Раз. Два. Ой-ой-ой. Блин, опасный парень. Так, вот тут уже можно будет с тобой потанцевать, я думаю. Дэнс, дэнс. Бабушки-то наши, кстати, бураевские. Ну, вот так вот. Выступили. Come on and dance. Так, раз. Так, тихо-тихо, дружок. Ой, бля, какой ты... Какой же ты тяжелый, а? Ой, плохо. Ну, а вообще-то, конечно, легкий. Да, блин, что ты катишься? Я не ту кнопку нажимал. Ой, блин. Сейчас я выпендриваюсь опять. Да не застревай ты во всё, пожалуйста. Фу, так. Чё, братья, не понравилось тебе это, я смотрю, да? Еще хочешь? Могу добавить. Блин, на подвижность я привык полагаться. Непривычно мне тяжелым персонажем драться. Давай. 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 Давай уже падай. Вот так вот. Оказывается, здесь тоже есть эмоции. Только тут почему-то они как-то странно делаются. Надо зажать кнопку крест. Так, душа серого демона. Блин, ну это было непросто, надо сказать. Ну, то есть, как непросто? Я просто не могу пока что привыкнуть к своему персонажу. Он очень неповоротливый. И по сравнению с тем, который был в Дарке, он натурально, я не знаю, как... Что это с комментарием взял стороны? Как какой-то, блин, я не знаю. Как холодильник здоровенный такой. Так, ну, давайте посмотрим. Ну да, это для быстрого персонажа, опять же. Так, хорош. Что еще тут может быть? Вроде все, нормально. Там мы проходили. Да мы тут все уже исследовали. Остается дальше идти вперед. Ну, блин, Учигатана. Да, уже нафиг не нужна. Хотя... Вес такой же. Но она на Декс упирается. Да, стандартная Учигатана. Точно такая же, как в Дарке. А у меня дексерить вообще ни разу такой, блин, не то взял. Так что, не судьба. Так, душа героя. У нас есть дорога сюда. А, там тупик, да? Ух ты. Клаудстоун, еще один. Тупик спереди. Еще Клаудстоун. Их тут дофига. Блин, опять эти. Неприятные твари, как оказалось. Но легко убиваются. Так, Топирч. Вот сюда дорога, значит, единственный путь наш. Блин, ну по душам тут хорошо дают. Отрицать это глупо. Кого-то убили.
Да блин, что ж я медленный такой, а? Но, конечно, всеку так всеку. Блин, ты посмотри, просто с ними, блин, тактику какую-то нужно придумать. Потому что просто тупо отстаиваться в блоке, это не всегда помогает. Отнюдь не всегда. О-о-о, кто там? Да, блин, отвлекся. Ах, скотина, блин. Давай, убирай ты уже. О, блин, ну это тупое управление. Я чисто из управления умер. Ой, елки-палки, как обидно. Ну ладно, я в принципе ничего не потерял, потому что все, что я мог, тут уже убил. Этот демон не возродится, я думаю. Блин, ну это было обидно. Просто натурально обидно. Из-за того, что он очень медленно переключается. Да уйди даже. Я не в настроении с тобой драться. Тупо, короче говоря, из-за того, что он медленно переключается с одного на другое, мне не дали это сделать. Ну да ладно. Временами нужно такое, чтобы отрезвлять меня. А то я расслабляюсь по-быстрому. Да харе уже. Так, сейчас там два достаточно неприятных будет противника и один лучник. Сначала я тех сагрю. Давай, иди сюда. Да ты посмотри. Я бэкстеп на них не могу сделать. Первый раз, когда убил, главное, достаточно просто все у меня получилось. Ох ты, я что-то там еще наподобие скимитара получил. Но опять же, быструю, но бессмысленную. Да, блин, наведись ты на него. Ах, скотина, да что ж вы делаете, а? Ай, да отвяжись ты, мать твою, за ногу, да отвяжись. Отвяжись. Ой, блин, что-то я парюсь, управление уже. Фу, блин, это какой-то кошмар. Кстати говоря, у меня, наверное, тенденция ухудшилась из-за того, что я помер в человечной форме. Ну, как сказали, особо на это внимание не обращать. Да, сказали, что когда умираешь в человечной форме, игра после этого в темной тенденции становится посложнее. Ну, как бы меня сложности не пугают. Самое главное, что ничего такого, что прям было бы закрыто, не будет. Да бери ты ее. Короче говоря, вот так, ладно. И все, по идее-то. Не так уж и сложно вернуться обратно. По дороге же полторы штуки успел схватить. Так, все, вернулись. Давай, дружок. Да бляха, ну как так, а? Что за сволота кругом? Давай, пошел. Так, все, вниз пойдем. Да, почему бэкстеп не делается, интересно? Просто не получается и все. Сколько раз делал, а тут что-то вот натурально, как будто выключился он. Так, теперь тому скотобазе то и нужно отомстить. Ах, да что ж вы... Да вашу ж дивизию. Че-че-че-че-то... А, капец. Эта локация почему-то, блин, уже далеко не с первого раза, но начала показывать зубы. Это же офигеть, что творится. Или это именно из-за того, что тенденция потемнее стала? Не понимаю. Так, ну ладно, с этим порешили, теперь остался вон тот лучник и вот этот гад.
Так, тут мои души. И теперь аккуратненько давайте пробираться к нему. Убил меня, значит. Убил, да? Ой, блин, аккуратным надо быть с ним. Вот где-где, а тут точно вот понты до добра не доводят. Да? Почему бэкстеп не делается? Медленный ты какой все-таки. Но расслабляться явно не стоит, потому что мы уже видели. Да, почему бэкстеп не получается? Так, аккуратно, дружок, аккуратно. Да, блин, как ты... Ах, так, ладно. Что-то я беситься начинаю. Он же никогда не попадал, а теперь попадает, блин, а? Ну что ж такое? Давай, пошел. Так, тихо, дружок. Блин, что за напряги пошли? Я не знаю. Фу, ну ты душный, паря, душный. Ой, какой душный. Так, теперь пойдемте тому говнюку отомстим. Потому что он, ну натурально, я хочу его убить. Раньше я просто ходил и зачищал локации, а вот ты у меня вот натурально тебя убить охота. Что ж ты, блин, за человек-то такой? Ну, ты не человек, конечно. Вот и бэкстеп на тебя получился. Лучше бы он, конечно, того демона получился, потому что там что-то вообще какой-то бардак был. Educator щит. Так, ну-ка давайте посмотрим. Такие вещи я люблю. Он полегче. Импарировать можно, нет? Нет, тоже нельзя. Ну ладно, пусть такое будет. Давайте, что ли, еще форму человечности примем. Да, в принципе, прекратим, наверное, на этом эту серию. Всем, кому мог, отомстил. В следующий пойдем дальше. Так, хорошо. Фу, блин, надо сказать, все сложнее и сложнее. Но тем интереснее, короче говоря. Давайте тогда мы на этом, собственно, прекратим эту серию. Следующий пойдем дальше по этому уровню. Я надеюсь, там дальше будет так же сложно, потому что мне нравится такая сложность. Вот именно она в пределах такого разумного. То есть сложно, но со всем этим можно справиться. Короче говоря, локация мне нравится. Увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока.